Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Иван Стебунов и Елена Власова в центре событий. Они ехали в авто с Ефремовым. Иван Стебунов с супругой попали в аварию. За рулем автомобиля был Михаил Ефремов. Подобными высказываниями пестрили многие СМИ, но так ли это? На снимках с места аварии были замечены Стебунов, его супруга и народный артист Российской Федерации Сергей Гармаш. По словам Ивана, все они приехали уже после происшествия. Видеоролик с объяснениями известный актер разместил у себя на странице в Инстаграме. Иван Стебунов заявил на камеру, что случилась трагедия, но ни его, ни его жены в автомобиле в то время не было, и ни в каком баре знаменитости не отдыхали. По рассказу Стебунова, они с супругой поехали на место аварии. После них через несколько минут приехал Сергей Гармаш, чтобы с этой ситуацией как-то разобраться. По признанию Ивана, они еще не понимали, насколько это все серьезно. Российский актер Стебунов принес соболезнования семье погибшего. Иван перед трагедией разместил совместную фотографию с Михаилом Ефремовым, которую подписал «Верной дорогой стоим коллеги». После известия о происшествии под снимком появилось много негативных комментариев от людей. Поклонники отечественного актера Ивана Стебунова буквально затравили его социальные сети. Они задавали вопрос о том, зачем они допустили коллегу за руль. Но несколько позднее эти сведения не подтвердились. Знаменитый артист Михаил Ефремов ехал в автомобиле один. А что на этот счет думаете вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.